в русском рэпе. А, кстати, вот никогда не было прозвища из-за этого. Я не знал даже, как себя назвать, и поэтому взял свою фамилию. Рэп. Он бы спросил, где его можно приобрести, мне кажется. На какой платформе в наше время приобретается музыка. Грим Парк. Домани. Мисс Эллиот, потому что я не знаю, как она выглядит, а Бейонсе мне никогда не нравилось. За минимализм в битах и за NWA. На Наговицына. Где-то посередине. Между. Импровизация. Чокеры и платье. Внутри. Грайма. Трэп. Lil B. Я нормальный пацан. Ты стеснительный. Чувство. То же самое. У Билли Миллигана. У Брола. Си. На граммофоне. Вчера. Звук мотора. Не вышел еще. Выступать на Ryan's Show. Всем быть. Чтобы вы все пришли на мои концерты в октябре. Транзит тур, не забываем, приходим.